Аномальная погода способствует не только усилению нагрузки на организм, но и вызывает резкое обострение хронических заболеваний, в особенности у пожилых людей. Защитить себя можно, соблюдая простые правила. Например, необходимо снизить физическую активность и пить больше жидкости. Вода, соки, морсы, любая жидкость, желательно не газированная, не сладкая. Вот в эти жаркие дни лучше побыть в тени, лучше пособлюдать режим именно домашний. И опять же подчеркну, что этот режим должен не быть в идеале, да, не включать кондиционеры, потому что кондиционер – это дополнительный фактор еще инфицирования. Также врачи рекомендуют сделать прививку от коронавируса. Жаркая погода не является противопоказанием.